Для школьницы из дубового умета Анастасии Антоновой ее прадед Катаев Наум Николаевич не только повод для гордости, но и муза для вдохновения. Свое эссе для всероссийского конкурса «Письмо солдату» она написала именно благодаря посланиям своего прадеда к жене. Слова, прожитые и написанные юной девушкой, тронули сердца жюри, и Настя стала лауреатом. Это просто письма, как он относился к своей семье, как он рассказывал, что происходит на войне, то, что он ждал и любил всех. Он никогда не рассказывал, что ему там плохо, что ему тяжело. Победителями конкурса стали 5 ребят из Самарской области. Письма писали необычные. Кто-то обратился к неизвестному солдату, кто-то вспомнил и о подвигах Бородинского сражения. Были и те, кто просто просил прощения у героев. Письма покаяния, письма прощения за тех представителей современной истории, которые хотят переписать нашу великую историю, которые формируют другие идеалы, вплоть до фашистской свастики и так далее. И вот за все за это наши современные ребята просят прощения у тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В конкурсе приняли участие сотни школьников от 10 до 18 лет со всей России. Около 100 писем лауреатов вошли в специальный сборник, который так и назвали «Письмо солдату». Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.